Здравствуйте, сегодня у нас складной нож от компании Kershaw под названием Portal. Корпус имеет стекловолокно, имеет 3D обработку. За счет такого корпуса нож очень легок. При этом в стали 4 хром 14 с обработкой Stonewash. И обратите внимание, как он выполнен дизайнерски, очень красиво. То есть начинающиеся на клинке такие вот линии, да, переходят плавно в рукоять, расширяются вплоть до задней части. При этом имеет высокие линзовидные спуски, достаточно глубокие, с минимальной толщиной сведения порядка 0,3 мм. По сути, можно назвать спусками в ноль. По форме drop point фиксируется надежным лайнер-локом. Нож с ассистом имеет довод. По клипсе она ориентирована на заднюю часть осевым узлом вниз и имеет реверс на противоположную сторону. Аккуратное темлячное отверстие, бэкспейсер где-то на 1/2 корпуса, также имеет такие выпуклые насечки, которые дают цепкость. 3D обработка, помимо линий, еще есть такие вкрапления, также усиливают хват и придают дополнительное трение. Ассист работает очень хорошо, несмотря на то, что здесь в осевом узле второпластовые шайбы. Сейчас покажу медленно, как это работает. Так называемый speed safe, амбидекстер, левой рукой также выполнить легко. По характеристикам 121 грамм, точнее 121,9, общая длина 193 мм, в сложенном состоянии 10,9 сантиметров и 8,5 сантиметров клинок. Клинок очень резуч, поскольку, повторюсь, толщина сведения минимальная.